Бабин, Бабидан, чтобы не видать рассвета. А весна полила по цветам огнем другого цвета. А весна звала людей на бой, мол, горе где-то рядом, и сулилась каждому с собой, мол, я твоя награда. Солнце с лучами падали птицы, колеса не жалко. Колодцы от солнца с лучами падали птицы, колеса не жалко. Но весны хватило не на всех, а все желали зверям, и надоел истертый мех. Они хотели волю, перестали солнце провожать и затерялись в людях. Горюшка заставили бежать, если себя на влюде. Весны ресницы меж кустов развеял ветер талый, боги посмотрели в решето, а там осталось мало. Снова люди сделали не так, а звери снова с краю. Я один зачем-то, как дурак, за солнцем ковыляю. Это чайный домик. Это, я думаю, два Трухсаного ручья. Вообще-то это чайные домики, Димочка. Это где сливают? Большой дракон. Сливают чайный домик. Это где заканчивает свой путь? Не, ну здесь косит трактором, походу. Конечно. Ты представляешь, такие поля прокосить. Офигеть, знаешь, тебе косу дали, Дима, говорят, давай, начинай. Оттуда, вон до туда. А богатыри, ну что? А ты такой, ё-моё, поставил косу к ним и сказал, слушай, я хорош вам лежать. Богатырь. Хорош лежать и кашу жрать, давай. Не, я застал еще, косил еще. Косил. Не, косил, ну представляешь, тебе скажут вот это обкосить. Ну, это все ты же нет. Окосеешь. Нет, я два круга проходил, потом бросал косу, говорил, нафиг она не косит. Вот такой. А где мы собрались? Где? На Кудыкиной, да?